Здравствуйте, сегодня снимаю коротенькое видео. Снимаюсь с изготовлением сверлильной стойки для дрели. Мне нужно было сделать большое отверстие под шейку дрели. Она будет вставляться и зажиматься. Специального сверла у меня нету для таких отверстий, да и ручной дрелью ровно не просверлишь. Пришлось идти на хитрость. Заточил вот такую пластину по типу пирового сверла и сверлил отверстие. Эту пластину можно двигать в кулачках, тем самым меняя диаметр. У меня этот диапазон выходит именно от 20 до 70 мм. Это точка такая очень грубая, но однако сверлит. Также про крепление заготовки. Нормально тут прижать не за что. Поставил один прижимчик, отсюда остановился ногой, прижимал деталь весом тела. Ну, на этом все. Может, кому-то пригодится данная технология. Всем пока, удачи!